всем, дорогие друзья! Сегодня мы решили убрать наш урожай, потому что скоро заморозки, ну и боимся потерять, поэтому вот складываем. Ну, совсем плохие можно хрюшкам, а какие зеленые — в одну сеточку, в ведро. И мы их убираем потом в погреб. То есть в погребе они еще долго хранятся. И можно практически до декабря кушать помидоры. Ну так, их перебирать, самые красные, брать на салатики. Эти вот в первую очередь у нас пойдут. Тут у меня два сорта такие, как лампочка. Вот. Хурма. Наверное, все-таки три сорта. Еще бычье сердце было немножко. Ну, все они мне понравились, все хорошие, вкусные помидоры. Еще не убрала я фасоль спаржевую, но это уже на семена, можно сказать. Еще можно будет нарвать укропчик для заготовок. Еще батон нормальный. Пойдемте еще посмотрим, что у нас. Свеклу убираем, еще до морковки тоже. Сегодня такой ветер. А это интересно, морковка посадила, главное, как обычно, а она уже зацвести успела. Ну что, тоже зацвела, да зацвела, ладно. Обычно надо один зонтик оставить, чтобы он успел вызреть. Но я что-то тут, руки не дошли вообще. Вот морковки еще полно, лука убирать. О, курица-хулиганка зашла. Сейчас мы ее прогоним. Все, рано к нам в огород наведываться. Вот потом все уберем. Да, ведь я не детский. Вот так как мороз, надо и огурчики будет сорвать. Вот все я соберу, которые более-менее. Что съедим, что? Даже не знаю, может, законсервируем еще немножко последние. Ну ладно, вот такие у нас осенние дары. И даже цветы осенние. Все, до новых встреч. Пока.